Машина лучшему врачу. Подвели итоги конкурса на лучшего инфекциониста. Ключи от новой иномарки сегодня вручили Алексею Протасову. На его смену выпало поступление в госпиталь первой пациентки с COVID-19 в регионе. С этого времени врач практически не покидал рабочего места. Я, наверное, ничем не лучше многих других коллег, которые работают так же активно, выполняют свой долг. В общей сложности, как подсчитала конкурсная комиссия, Алексей Протасов отработал с пациентами, заболевшими коронавирусом, 999 часов. Это самый большой показатель среди медработников области. Никто не ожидал, вот какие-то, что будут дополнительные выплаты, премии, ну и тем более такие вот подарки шикарные. Конкурс на лучшего врача-инфекциониста был объявлен в преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня. Как сообщили в правительстве, сейчас прорабатываются варианты поощрения средних и младших медицинских работников.